Столичный вокзал, такой внушительный. Из зала ожидания я попадаю на платформу и иду к поезду, которым все гордятся. Вот он, узбекский конкурент Сарсана. С узнаваемым острым носом и утиным крылом. Любители скоростных поездов сразу узнают испанский стиль. На самом деле эти поезда делают в Испании. Это испанская марка «Талго». И в Испании эти поезда часто называют «Эль Пако». Шутка. Мы поедем на узбекской утке, но здесь его зовут не утка, а апросиак. Это древнее название города Самарканд. И поезд разгоняется до 250 км в час. Вагон 5. Он может. Мне нравится форма проводников. Здравствуйте. Сейчас. У вас даже на галстуке есть название поезда. Да. Здорово, спасибо. 7, 7, 5, 6, 7. Салам. Привет. Вы меня ждали? Остановка привычная, только узбекский. Ташкент, Бухара. Я вижу, половина вашего лица была очень симпатичная. Твой. Мало кто русский играл в печь. Да? А почему это было популярно? Я не знаю, так получилось. Потому что
что узбеки могли знакомиться с русскими девушками. Понятно. Больше полубраков, считай, узбеки женились на русских. Да, больше никак. Но они, может быть, хотели больше культуры, чтобы было больше достали русской культуры, потому что русские все равно были чище. Они были очень крепко мысли в Узбекистан. А как сегодня смотрят на потомков русских и узбеков? Эу. Но есть родители, которые могут быть против. А так станции нет. Нет, очень многие. Узбеки сейчас тоже едут в Россию, зарабатывают, и тоже находятся с русскими, и могут там даже остаться. Понятно. Я совсем не говорю по-узбекски. И хотел бы выучить пару слов. Например, как будет, ну не знаю, как дела по-узбекски? Фандайсис. Как? Фантайсис. Фантайсис. Фантайсис.